Приветствую вас, дорогие друзья, а также гости канала. С вами, как обычно, Лекс Уайт, и мы продолжаем проходить игру под названием Доктор Хаузер. Это у нас третья часть. Так, ну что мы? В принципе, что мы сделали? Вот он как даже умеет делать. Ничего себе. Так, в принципе, мы здесь вроде все как посмотрели, да? Осталось у нас картина, но эта картина ничего нам не дает, в принципе. Единственное, что мы здесь сделали, это мы в прошлой серии активировали кнопку, и с помощью этой кнопки мы... Так, прошел аккуратно. И с помощью этой кнопки мы запустили ту стрелу, которая нам мешала пройти. Давайте посмотрим, что у нас все-таки находится там, за пределами этого всего. Кстати, что-нибудь, может, в часиках есть? Нет, в часах нету ничего. Так, подожди, ли ты не подошел? Ой, он куда-то за часы вообще зашел. Так, хорошо. Что у нас здесь? Вот та самая стрела, которая постоянно прилетела нам четко прямо в лоб. Так, ну что, мы здесь же, в принципе, не были. Что-то стена какая-то. Просто стена. Ну ладно. Так, а это что у нас за фигня? Настенный чего? Держатель для чего-то. Так, интересно, для чего это может быть у нас держатель? Ну-ка, сейчас посмотрим, что-нибудь у нас... Ой, не то нажал. Что у нас есть в инвентаре вообще? Так. Кстати, что-то я не помню, дневник Хаузера 4 мы читали, нет? Вроде как читали. Да, да, читали мы его точно, в прошлой серии еще. Так, записная книжка, серебряный ключ. Ну, навряд ли на такую штуку мы можем повесить ключ какой-нибудь. А, кстати, вот, у нас секира же есть, может быть, что-нибудь с секирой. Что у нас еще есть? Канистра, канделябр. В общем, в принципе, больше ничего нету полезного, да, такого? Ой, не то. Смотрите, точно. Как будто бы дверь открылась. Так, ну, странное, конечно, такое место для этой секиры. Тут вообще просто все пусто абсолютно. Так, ну тут, наверное, я так предполагаю, что открылась картина, вот эта дверь. Хотя... Нет, смотрите, точно. Ну, потому что больше открываться-то, по сути, нечему. Может быть, конечно, еще у нас... Тут есть дверь какая-то еще. В коридор, где валялся этот труп человека. Там есть такое темное место. Мне почему-то кажется, я когда смотрел по карте... Мне показалось, что там, наверное, какая-нибудь есть лестница, да? Это, наверное, как раз та самая лестница. Надеюсь, сейчас все отображается. И будет это заметно уже в этом прохождении. Пришлось пройти все то дело и запустить игру, в общем, на другом эмуляторе. Посмотрим, может быть, здесь отображается. Пока я лично еще не проверял. Так, ну, надеюсь, отображается. Хуже-то уж точно не будет. Так, ну вот у нас получается практически по центру, возле бального зала. Чуть-чуть левее есть темное такое пятнышко. Вот это, наверное, как раз та лестница, которая в холле вообще на первом этаже была. Где написано, что она была изгнившая, да? Но, в принципе, нам на первый этаж же не нужно. Здесь что у нас? Роскошный камин. И все. Ого, камин движется. Но пока еще нет. Только сейчас начал двигаться. Кстати, у нас же в том камине написано, что там что-то есть. Тут лестница, ведущая не спуститься. Нет, подождите, пока мы не будем спускаться. Ты чё? Каждый раз будешь закрываться-открываться, что ли? Да, вот насчет того камина внизу. Там что-то было. И это что-то, мне кажется, нужно будет взять. Фотография леди? Хорошо. Что это у нас за фотка леди?
Так, вот эта решетка нахрен она нужна вообще? Нам зачем мы ее таскаем с собой? Не знаю, может, конечно, когда-нибудь пригодится. Так, вот, посмотреть. А, супруга Хаузера, наверное, фото со тех времен из первой встречи. Кажется, что даже после ее смерти любовь у доктора не прошла. Так, ты, может, перестанешь крутиться, да, и рассмотреть? Так, тихо. Да что ты... Вот как-то так. Ой, нет, все. Пошло, короче, ладно. Посмотреть, в общем. Что, еще? Дальше я же тебя вроде отменил. Просмотр. Так. Здесь вроде как больше нету ничего, да? Кажется, больше ничего нет, ну, естественно. А, все, это вся комната, что ли? Такая по размеру? Так, стоп, тут еще у нас есть какая-то комната. О, странная комната, а это что такое? Что-то мне напоминает какой-то... А, ну это динамит, понятно, я так и думал, в принципе, что что-то вроде как похоже на какую-то херню. Так, надеюсь, что... Какой-то есть странный запах, еще бы. Комната без окон, без дверей. Так, а что она, кстати, мы вообще где находимся-то? Где-то тут у нас карта была, сейчас, подождите еще. Немножечко. Так, план второго этажа. А, ну вот мы в маленькую комнату, получается, зашли. И все, типа, это мы напротив больного зала, что ли, находимся или что? Что-то я, конечно, ладно, не понимаю. Так, все, отмена. Хватит показывать. Ну, секретов вроде в комнате в этой я никаких не видел. Так, давайте-ка попробуем выйти. Нет, похоже, она не открывается. Так, ну что я еще туда могу сказать? Не знаю, я тогда, наверное, предлагаю сбегать еще обратно на второй этаж, ой, на первый этаж, что ли? Все-таки к этому камину почему-то я как-то забыл к нему подойти. Да, и, кстати, все время твердил я про то, что я забыл... Первый дневник, вернее, дневник доктора Хауза под номером 1. И он ушел в комнате практически в самый... Нет, не в самый первый. Вот про этот угол я говорил, про темный, что здесь, по-моему, лестница разрушенная. Причем я, кстати, попробовал пробежать... Так, стоп, подожди, как мы туда вернемся-то? Пробовал туда побежать, в общем, с подсвечником, с этим... Попробовал поджечь его, но в итоге так и ничего не получилось. Меня туда не пропустили. Да, ну что мешало, конечно, нам, в принципе, не выстрелить из этого ружья. Что такое? А, понятно, понятно. Мы же тут... Тут же темнота, типа, да? Где ты? Как тут много всего-то? Так, хорошо. Это мы взяли, сейчас надо зажигалку. Вот она. Отлично. Так-то лучше, и подсвечник проходит ему прям... Что там у нас с правой стороны находится? Печень, почки? Что-то я забыл уже. Опа, все. В общем, все убрал. Я вот единственное не знаю, у нас еще есть табличка, которая, в принципе, лежала вот на таких витринах, где там хранились различные артефакты. Так, это я дело пропущу. Где у нас камин, кстати, был? Никто не помнит? Что-то я не помню. А! В большой комнате, все понятно. Да, вот в этой большой комнате. Ты что? Не открывается? Печально. Здесь мы точно не пройдем. Хм, ну я зря потратил, в общем, свое и ваше время.
Хотя, ну, что делать-то? Так, ну а здесь мы все сделали, да? Так, у нас получается... Осталось только то место, где... вот где сейчас камин открыли. Ну ладно, что. Блин, жаль, конечно, что я не попробовал. Раньше попробовать там как-нибудь поджечь, что ли. По-моему, зажигалку-то позже нашел. О, нет, стоп. В эту комнату нам точно не надо. Так, а какой я комнате был там? Ужас. Ладно, сейчас я прибегу. Не буду тут показывать так долго все это дело. Так, ну все нормально. Я тут что-то немножечко сглупил. Хотел уже по низу там пройти, проходить что-то. Но у нас же дверь типа автоматически закрывается. Это в которую я сейчас зашел, где там были у нас полки книжные. Но так как у нас есть бронзовый ключик, им можно открывать спокойно эту дверь. Так, опять надо канделябр этот. Каждый раз одно и то же. Так, ну где ты? Вот она. То есть зря я просто сбегал. Ну ладно, что, я аж не помню, конечно. Может быть, я проверял до этого, закрыта она была или нет. Что-то как-то вылетел этот момент из головы. Так, ну чё, в принципе, больше-то нам некуда идти, только как в камин. Ну ладно, пойдемте туда. Так, нет, вход у нас не через здесь, не через сюда, не через здесь. Так, а здесь у нас что такое? А, это, наверное, окно. Ух ты. На втором этаже-то, оказывается, картинка другая, только что-то уже волков не слышно. Ну, на первом этаже у нас тоже во всех окнах одинаковая картинка. Так, давай, движется. Что-то он такими рывками движется. Я вообще-то так-то не нажимал на кнопку, конечно, но ладно, видимо, как-то само нажилось. Ну, что-то какая-то длинная лестница была. Те вроде покороче были. Он куда-то разгоняется, или мне кажется? Что это значит? Все? Типа, это, игра закончена или что? Нет, мы летим, по ходу дела, не так все просто. Ой, что у него только что с головой было? В каком-то даже не то чтобы подвал. Ой, подождите, стоп, тут сколько дверей? Маленькая дверь, большая, одна большая и одна маленькая получается. Даже не знаю, что ее ждать то не, ну навряд ли, конечно, тот же самый костяной ключ. Офигеть. У нас, кстати, почему-то ключей столько, насколько я помню, у меня 3 ключа сейчас. Бронзовый, по-моему, если, конечно, он
не исчез после того, как я его открыл им дверь. Активировал, хотел сказать. Но я так понимаю, что все-таки тот динамит, наверное, нужно здесь использовать. Ладно. Давайте так и сделаем, потому что навряд ли где-то еще его можно использовать. Так. Кстати, давайте я... А где вообще книжка-то эта? Подождите. Кружная книга, не то. Энциклопедия. Энциклопедия? А, ну, все понятно. Угу. Зажигалка. Так. Вот она, каменная табличка. Не знаю, зачем она, куда ее вообще использовать. Канистр тоже за все время игры мы канистр даже еще никуда не использовали. Я даже не представляю, куда она могла использоваться. Может быть, в камин что-нибудь там надо было, наверное, залить ее и поджечь. Хотя вроде дверь закрыта. Ладно. Так, записная книжка. Нет, нам смотреть ее не надо. Вот что хочу сделать. Записаться. Костяной ключ. Динамит. Ну, пробуем. Да, точно, установили динамит. Так. Нужно зажечь фитиль. Но это, конечно, опасно. Сейчас, я надеюсь, мы успеем убежать из этой комнаты, потому что навряд ли нам нужно стоять рядом. Давай, давай, давай. Где ты? Вот она. Отлично. Ой-ой-ой. Типа, пора драпать. Давай, 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 давай. Тележка? Я так не понимаю, конечно. Мы взорвали, получается, какую-то стену, что ли, всего лишь на все. Ну, я-то думал, там проход какой-нибудь будет просто такой. Типа развал там какой-нибудь. Расчистили, да, все это дело. Ну, тут странно, конечно. Типа нам сейчас, наверное, кататься на ней надо будет. Что-то мне подсказывает, что именно так и будет. Вот на ней дальше и... Поедем, что ли, было написано? Воу, ничего себе. Видеозаставочка даже есть, Юрия, нифига себе. Опа, раздвоение только что было. Так, я надеюсь, мне не надо никуда поворачивать. Надеюсь, он сам приедет куда надо. Потому что я не успею отреагировать, это в любом случае. Че, теперь назад поехали? А, нет, мы все приехали, типа. Ну нифиговая такая поездочка. Так, ну и чё, где мы сейчас? Так. Слишком долго уж мы катились, чтобы оставаться в этом особняке. Попробую открыть тем ключом. Ну давайте, там костяной вроде ключ должен быть. Так, дневник Хаузера. Сейчас, где он? Да, вот он, костяной ключ. Давайте. Ты чё? Подвисаешь ты. Ого, поразительное открытие. Вот что охраняли, в общем. Понятно, ладно. Думаю, прочтёте сами. Чё-то я не успел. А зачем пожаловал? Кто это говорит, интересно? А. Доктор Хаузер? Вы умерли? Верно? Что это за рожа такая? Да, но теперь я могу жить вечно. Как такое возможно? Я получил разрешение Херувима и могу покинуть земной мир. Теперь я близок к Богу и к вечности. Невероятно. Теперь я сам подобен Херувиму. Почему вы до сих пор здесь? Когда умерла моя жена, я был в отчаянии. Лишь фотография напоминала мне о любимой. Я потерял ее и хотел вернуть. Потом уйти с ней в мир иной. Вернуть жену? Он серьезно? Но почему? Почему ее нигде нет? Где она? Доктор, вы... Ваша супруга потеряна.
И что? Это все из-за тебя? Это потому что ты здесь? Но берегись. Сейчас я тебя покараю. Пиздец, блядь. Нормально. Пришли, блядь, к нему понимать. Прилетели. Эй! Воу! А что делать-то? Да ну тебя, чё происходит? Да кого ты? Понятно. Я так и думал, что лучше переключиться на вид сверху. Продолжаем. Так, 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 нет, нет. Так нам точно не подойдет. Ты можешь бежать быстрее. Только не знаю, зачем, куда вообще нам бежать. К нему, наверное, я так думаю. То есть я так понимаю, что, по-моему, 3 раза нас задевает. 4 даже. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, быстрее, быстрее. Фотография любимой наконец-то нашлась. Вот теперь-то можно покинуть этот мир и жить вечно в раю. А да, пора сваливать отсюда. Бегом на вагонетку. Порой наш главный герой меня пугает больше своими глазами, особенно когда они становятся как у козы, что ли, какие-нибудь там вертикальный зрачок какой-то, по-моему, такой, да, получается. Давай, ты катись уже быстрее. Дольше в эту сторону. А мы вообще, наверное, просто уезжаем из этого места, попадем в какую-то другую сторону, там, не знаю. Да, ух ты, белый свет. Так, ну это, конечно, очень интересно. Все нормально. Что-то землетрясение типа такое. Даже так. Весь особнячок, я смотрю, провалился просто под землю. Ай, даже забор попадал. А мы типа все бежим, бежим, бежим. Пешком теперь, без машины. Так, мы, получается, игру прошли. Неужели все, что со мной произошло, правда? Мои заметки в записанной книжке описывают эти удивительные события. Однако, я все равно не буду писать об этом статью. В эту загадочную историю никто не поверит. Ну да, согласен. Мне и самому не хочется в это верить. Конец. Отлично. Ну, в принципе, вот и все, значит. Спасибо вам за просмотр данного прохождения.
Подписывайтесь на канал, кто не подписался, ставьте палец вверх данному прохождению. Увидимся в каком-нибудь следующем видео. Всем пока-пока.